Меня зовут Дегтярев Михаил Владимирович, я являюсь главным врачом сети ветеринарных центров Катанай. Я прошу подписаться на наш канал, это будет мотивировать нас на выпуск нового контента. В Санкт-Петербурге расположено 5 ветеринарных центров нашей сети, и сегодня я познакомлю вас с одним из них. Ветцентр Катанай на маршала Захарова 21 расположен в Красносельском районе города Санкт-Петербурга и открыт в 2009 году. Ветеринарный центр оснащен всем необходимым лечебным и диагностическим оборудованием, помогающим ставить точные диагнозы и выбирать оптимальную стратегию лечения. На территории ветклиники расположено несколько стационаров различной специализации и зоогостиница, где владельцы животных могут оставить своих питомцев на лечение или на время своего отсутствия. Для тех животных, которые больны инфекционными заболеваниями и нуждаются в изоляции, клиника располагает инфекционным стационаром, который расположен в отдельном помещении. В непосредственной близости от клиники имеется площадка для выгула собак и парковка для автомобилей. По своим диагностическим и лечебным возможностям клиника является многопрофильным ветеринарным центром. Сотрудники ветеринарных центров Катанай регулярно проводят прямые трансляции, конференции и вебинары для повышения квалификации персонала. Вся информация об этом находится в открытом доступе в наших соцсетях, и любой желающий может подчеркнуть интересующую его информацию по нужной ему теме. Благодарим вас за просмотр наших видео. Катанай целенаправленно распространяет информацию о правильном лечении животных, а также по профилактике болезней и дает полезные советы по уходу за питомцами. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте ваши вопросы и замечания в комментариях. По возникшим вопросам и предложениям вы можете перейти в описание. Там указаны контакты, ссылка будет в описании под видео. Для нас важен каждый ваш отзыв, вопрос и комментарий. Спасибо за просмотр. С вами был главный врач сети ветеринарных центров Катанай Дегтярев Михаил Владимирович. Здоровья вам и вашим питомцам!